это интересный вопрос, который интересно разобрать. Потому что когда мы начинали делать акселераторы, я к тому моменту уже 4 года делал инкубатор примерно. Там сначала с одним партнером, потом с другим партнером, потом с третьим партнером. То есть Axel на самом деле существует больше, чем ну, тот срок, который он существует как акселератор онлайн-школы. До этого он был инкубатор онлайн-школы, который я делал один. То есть это ну, достаточно такой большой объем времени. И когда мы стали пиарить акселератор уже по-взрослому, когда стали покупать рекламу там, в десятки миллионов рублей в месяц, мы, по сути, стали пиарить вот это слово онлайн-школа и сделали его очень сильно известным. Потому что ну, когда вот акселератор пришел на рынок, что было на рынке? Инкубатор не зарабатывал особо много денег на тот момент. То есть это был мой такой второстепенный проект, где я сначала просто вот людям, моим друзьям давал курс бесплатно. Я сначала записал курс для них. Потом они стали там просить для каких-то своих друзей, стал уже там брать какие-то денежки. И потом ну, запустил воронку, и она стала уже работать как воронка. Но она была все равно для меня второстепенной такой воронкой. И когда мы объединились с Димой, мы стали уже вкладываться в трафик по-серьезному и стали популяризировать эту идею, популяризировать индустрию. На тот момент было слово «инфобизнес», которое было скамовым, это было что-то таким нехорошим, часто ассоциировалось со словом «обман». Но мне лично было как-то больно, тяжело за, в принципе, за онлайн-обучение, потому что ну, онлайн-обучение — это очень светлая тема. Это передача знаний, это люди ну, реально очень сильно меняют свою жизнь. Поэтому мы сделали в каком-то смысле ребрендинг вместо этого слова ужасного, которое сейчас ужасно воспринимается, хотя в нем ничего плохого нету, ужасно в кавычках. Мы назвали это онлайн-школой и стали подходить к этому больше как к бизнесу. Ну, я вам рассказывал в других видео, что мне не нравится идея, когда ты одинокий эксперт, ты постоянно вебинаришь или постоянно делаешь запуски. То есть ну, это ничем не отличается от работы там, на работе. Но когда ты делаешь автоматизацию за счет автовебинарной воронки, за счет, в принципе, вороны, когда ты делаешь это системным, с командой, то получается реальная возможность управлять компанией один час в неделю и зарабатывать там около миллиона долларов в год, из которых там половина будет чистая прибыль. Это то, что ну, получилось у меня, это то, что стало получаться у наших резидентов. Это абсолютно реальный результат, это то, что сможете и вы сделать при ну, должном уровне усилий и труда. Поэтому слово «онлайн-школа», когда мы стали его популяризировать, а до нас его особо никто не использовал на рынке, то есть оно использовалось очень маленьким количеством людей, это были наши друзья. И мы видели, что ну, классно, когда есть команда, классно, когда есть автоматизация, классно, когда онлайн-школа — это ну, как компания, как бизнес. И мы стали популяризировать эту идею, она стала популярной, она стала известной, все инфобизнесы сразу переименовались в онлайн-школы, и индустрия вот так вот стала очень известной, и появилось очень много игроков. То есть мы в каком-то смысле сделали такой просто ядерный взрыв на рынке. И это было очень интересно, и я думаю, что первое, конечно же, чем мы отличаемся от конкурентов, это то, что, ну, в общем-то, мы очень сильно повлияли на рынок. Можно сказать, что во многом мы его создали за счет просто огромного пиара и огромных рекламных бюджетов. Ну, мы работаем с верхним сегментом, да, то есть курсы наши стоят достаточно так, ну, нормальное количество денег, а нижний сегмент уже стали занимать более дешевые конкуренты, да, и ну, конечно, вам интересно понять, а чем же мы отличаемся от этих более дешевых конкурентов. Но первое, идя к нам, вы идете к людям, которые создали индустрию. Я думаю, что это важно, потому что вот этот момент, когда ты можешь работать со скрытым спросом и просто вот так вот сделать на рынке взрыв, это ну, момент, который ну, интересно прожить. То есть на этом можно заработать много денег, когда ты создаешь целую индустрию. То есть это первое, идти учиться у родоначальников индустрии. У тех, кто ну, реально это слово и популяризировал, и запаковал, и как бы учиться тому смыслу, который мы вкладывали в это слово. Итак, второе — это мы практики. То есть есть случаи, когда, например, вот девушка нас снимала на видеокамеру, там мы делали с ней влог какой-то там и так далее, и потом она начинает обучать создавать онлайн-школу. И я понимаю, что у нее ни опыта, ни знаний, вообще ничего нету, и она просто делает дешевый курс по созданию онлайн-школы, потому что ну, хочет на этом денег заработать. И я понимаю, что, ну, блин, ну как так вообще можно? Ну, как бы окей, ладно. То есть вот, ну, есть вот такой вид, например, дешевых конкурентов, которые, ну, просто фейки, теоретики. Есть те, кто берут американские знания, адаптируют на Россию, и они не очень хорошо работают. Чем интересны мы, это тем, что, ну, мы учимся, с одной стороны, в Америке. Я уважаю американцев, они молодцы. Но очень многие вещи, которые работают там, у нас в России работают по-другому. И то, что работает в России, вот я выступал на французском мастер-майнде, и ребята теперь копируют с нас. То есть возник некий такой Russian method, да, и это, ну, это тоже интересно. Они сейчас в Америке называют это метод из Восточной Европы, ну, потому что Россия такая, как Восточная Европа, близко к Азии, так, ну, в таком духе.
Мы практики, то есть мы на больших бюджетах тестируем очень много разных стратегий. Если мы какую-то даем стратегию вам, мы, во-первых, ее постоянно апдейтим, потому что у нас возникают постоянно новые какие-то инсайты о том, как это все делать. То есть технология акселератора саморазвивающаяся. То есть одно дело, это когда ты разово записал уроки, и потом их долгое время продаешь, технология не обновляется. А другое дело, когда, как вот в нашем случае, над продуктом работает 100 человек. То есть это и кураторы, которые человека ведут в течение года, это и экспертные центры, экспертный центр по лендам, по вебинару, по цепочке, по выбору ниши, по запаковке продукта, по трафику. То есть, да, есть вот экспертные центры, где есть крутой, классный нишевый эксперт. Он вот эксперт именно в своей узкой нише. Есть куратор, который такой вот, ну, как бы широкомасштабный специалист, который может там куда-то направить, и зачастую куратор не дает какую-то обратную связь, а направляет именно в экспертный центр. Я считаю, в этом, ну, большая экспертиза акселератора тоже, то, что мы очень много на себя взяли такой вот, ну, классной экспертизы в узких областях и выстроили классные, крутые экспертные центры. И технология сама обновляется, потому что мы выстроили отдел методологии. То есть что делают методологи? У меня раз в неделю приходит список проблем, с которыми сталкиваются резиденты, и что мешает резидентам получать результаты. И я вижу, ну, опять же, я это настроил таким образом, что у меня вот есть список проблем, дальше команда предлагает список решений, потенциальные метрики, как вот понять, что проблема решена, и у меня продукт теперь уже он саморазвивающийся. То есть мне не нужно уроки перезаписывать, что уроки перезаписываются приглашенными экспертами и дозаписываются самой командой. То есть идет исследование самим акселератором на достаточно больших бюджетах, что работает, что не работает. Команда снимает это с основного продукта и создает уроки, создает шаблоны и старается все упростить просто до невозможности, то есть, ну, когда уже прям вот, ну, как для детей все разъяснено. И постоянно по каждому уроку в акселераторе, который мы даем вам, мы собираем обратную связь, мы смотрим, урок записан хорошо, нехорошо, вы сами его оцениваете. И если урок записан плохо, то, естественно, он перезаписывается, он обновляется и снова его дают вам. То есть это система саморазвивающаяся, она самообновляющаяся, и над ней работает достаточно большая команда. Это и методисты, и кураторы, и психологи, и коучи, и координаторы, и эксперты, и так далее. То есть я не видел такого, чтобы в России кто-то делал. То есть, ну, окей, ты, может быть, сделал какую-то онлайн-школу, ты молодец, но есть ли у тебя экспертиза в том, как сделать онлайн-школу? Например, если ты молодец и хороший, сделал там онлайн-школу, не знаю, по рисованию, по танцам, ну, не факт, что ты сделаешь онлайн-школу по отношениям, потому что, ну, там по-другому. Или не факт, что ты сделаешь онлайн-школу по бизнесу, или не факт, что ты сделаешь онлайн-школу там по кондитерским каким-то вещам, или еще по другим нишам. То есть, ну, окей, есть одна технология, но реализация и адаптация — это большая история. То есть они немного работают, ну, ниши по-разному. И сама технология, ну, она кажется простой, да, там, трафик на вебинар. И когда, ну, мы решили ее популяризировать, я осознанно ее максимально упрощал, да, что это просто там трафик на вебинар. Но когда начинаешь погружаться, я вижу, что, окей, сам вебинар — это отдельная реальность, потому что, ну, чтобы его сделать классным, там, не манипуляционным, но с высокой конверсией и продающим, ну, это надо исследовать, это надо изучать, это может на это потребоваться, ну, немало времени, к примеру. Что после мастер-класса надо изучать, как работать с отделом продаж. И это тоже, ну, определенная сфера, которую, ну, надо потратить время, чтобы там разобраться. Трафик тоже, ну, надо разобраться, нужны классные технологии, нужны шаблоны, нужны хорошие исполнители. Ну, как бы, ну, надо потратить время, это определенная сфера, в которой нужно получить экспертизу. А как запаковывать продукт, чтобы у людей был результат, это тоже важно. Как сделать отдел аналитики, как простраивать компанию, чтобы она была системной, чтобы не требовалось ваше время, и вам не надо было бы работать от запуска к запуску. Как технарскую всю сторону настроить, как управлять проектом. Ну, то есть элементов в системе достаточно много, и их нам, вам надо все исследовать и всем обучаться, чтобы вы могли, ну, по-настоящему почувствовать себя свободным человеком. Ну, я считаю, что свобода наступает тогда, когда у тебя есть возможность работать или не работать. Вот у тебя хорошее настроение, например, сегодня, и ты настроен вот в энтузиазме, в вдохновении, ты настроен, ну, что-то посоздавать, поработать, созвониться с командой там, и так далее. А бывает, что ты, ну, не настроен. А бывает, что ты, например, общаешься с интересными людьми, и тебе сейчас, ну, как бы не хочется вливаться в поток какой-то деятельности или поток чего-то. Но, к примеру, я вот как предприниматель, я постоянно думаю о проекте. Но я думаю с точки зрения идей, с точки зрения стратегии, с точки зрения потенциальных партнеров, с точки зрения каких-то вещей, которые меня заряжают. И я думаю, что, ну, это самое правильное, это самое интересное. И это то, что, ну, мы создали в акселераторе. Поэтому… Ну, второе — это мы практики. Третье — это большая команда. То есть, действительно, команда профессионалов я такой не видел в России. Спросите просто у этих конкурентов дешевых, ну, а кто будет работать над вашим проектом?
И зачастую вы не увидите какой-то особой команды. И вы не увидите ни экспертных центров. Вам дадут куратора, но куратор не может быть экспертом во всем. То есть он может быть, понимает, как надо онлайн-школу сделать верхний уровень. Но он не может дать вам нормальную обратную связь по воронке, по мастер-классу, по продукту, по отделу продаж. То есть нужны нишевые экспертизы. И такого я у конкурентов не увидел. Потом часто спрашивают, окей, а вот у конкурентов дешевле, чем у вас. Ребят, идите, сделайте с ними. Но если вы купите просто уроки, то уроков недостаточно для того, чтобы что-то сделать. Потому что ты не видишь внутрянку большого количества проектов. А у нас мы сделали вот эту некую базу знаний, где мы собрали просто примеры огромного количества онлайн-школ, как они запускались. И есть разница, есть элементы, есть где что и как докручивать. И я считаю, что это очень важно. А сообщество самое большое. То есть, помимо профессиональной команды, крутой, экспертной и так далее, есть большое сообщество людей, которые тоже развиваются, и это классные люди. То есть одно дело, ты находишься в сообществе с людьми, которые заплатили 15 тысяч рублей за продукты. То есть это одна мотивация. И там очень большой процент слива. А другое дело, когда люди платят уже какую-то весомую сумму, это и люди более осознанные, они и более интересные, они и более вовлечены в проект, у них больше мотивации, у них больше намерений. Мне с такими гораздо приятнее лично работать. И находиться в сообществе с людьми, которые платят больше денег за обучение, тоже приятнее, просто потому что они более замотивированы. Они не то что более хорошие люди, я такого не говорю. Они просто более замотивированы на результаты, с ними интереснее общаться, больше будет пользы. И у нас самое большое сообщество сейчас в России по ребятам, которые создают онлайн-школу. То есть это много реально классных, крутых людей и предпринимателей. И уже на данный момент это разнообразные актеры, инфлюенсеры. То есть это очень много разных каких-то прикольных людей. Потом офлайн-встречи. Я не вижу, что конкуренты делают офлайн-встречи. Не видел, чтобы они делали такого мероприятия, как на Бали у нас, когда это международное мероприятие, слетают и бразильцы, и французы, и американцы, и разные другие страны. Это мероприятие в Сочи, или сейчас мы планируем, может быть, Турцию сделать. То есть, это разные выездные мероприятия, где ты можешь очень сильно погрузиться в индустрию и по-настоящему подружиться с человеком, у которого есть, например, $1 млн в год на онлайн-школе, и сделать его своим приятелем, товарищем, просто потому что и ты приятный, и он приятный, и вы сдружились, и вы оба открыты, и интересно пообщаться. Люди очень открытые приезжают, и это очень прикольно, это мне очень нравится. Аксель сейчас уже достраивает деревню на Бали. И это тоже, я считаю, наше большое отличие, потому что мало кто занимается еще и недвижимостью, мало кто объединяет где-то сообщество. У нас 3000 квадратных метров коворкинг, более 200 квартир в этом месте. Это реально крутой спот на Бали, где можно приехать, найти ребят, которые занимаются тем же самым, с ними подпитаться, от них подпитаться энергией, им тоже дать какую-то энергию, подзарядиться, помастермайндить, набраться каких-то новых идей и сделать такой рывок в своем проекте. Мы считаем, что это очень важно, находиться именно со своими людьми в своем сообществе, чтобы сделать такую-то подпитку. Мы являемся владельцами международного мастермайнда, такого в мире тоже нету. Это владельцы онлайн-школ от $1 млн в год. То есть там и бразильцы, и французы, и португальцы, мексиканцы, итальянцы, японцы, русские. То есть очень прикольно. И я сейчас вижу, так как мы, собственно, владельцы этого мастермайнда, и мы накрываем весь рынок, я вижу, что, окей, у меня есть понимание, как работают онлайн-школы во всех разных рынках. Я вижу, что в Бразилии они ланчуют, в Америке они тоже и ланчуют, и автовебинарят. Испания, она такая начинающаяся, но там скоро сейчас тоже произойдет очень мощный взрыв. Япония тоже, она такая в стадии становления. То есть, я вижу всех этих игроков, я вижу все эти цифры, и вижу самое большое количество разнообразных моделей. И я не знаю, кто бы еще это видел, потому что нету другого международного мастермайнда. А российский рынок не знаком с другими людьми из других рынков. То есть это тоже наша некая уникальность. И это тоже то, что вы получаете. То есть, поэтому, когда идет вопрос того, что идти ли в акселератор, который создал эту индустрию, и развивает и сообщество, и строит на Бали деревню, и делает международный мастермайнд, и делает платформу, и делает все, что только можно, и у которого самое большое сообщество, и саморазвивающийся продукт, который просто шаблонизирует, придумывает упражнения, увеличивает базу подрядчиков с каждым днем, и все максимально упрощает, и идти к кому-то еще, я не вижу такого в мире сейчас конкурента акселератору, даже в Америке. То есть я вижу, что в Америке, я недавно купил PLF,
Да, там, ну, это вот американский продукт, известный, как воронки делать, как лончи делать. Я, например, лончи не люблю. И мне больше нравится наша модель, когда это автоматизация плюс систематизация. Да, и у тебя есть компания, которую ты управляешь там час в неделю или даже час в месяц. Час в месяц тоже реально. Абсолютно, просто компания меньше растет. И ну, я покупаю этот продукт, и я вижу, что мне продают уроки, там помодульно дают, собственно, определенные знания, и там у меня созвон раз в месяц. Да, то есть, а я понимаю, что в акселераторе просто ну, мы столько поддержки даем, столько вот работы с куратором, с экспертом. Ну, то есть, и я не вижу такого в мире нигде. Да, то есть я не вижу в мире настолько вот глубокого погружения в индустрию. И это то, что мы ставили как мечту, это та мечта, которая у нас получилась реализовать. Поэтому ну, надо, я считаю, идти к лидерам, надо идти к тем, кто создавал рынок, надо идти к тем, кто постоянно улучшает продукт, кто, ну, кому не все равно на качество, у кого высокие показатели результативности, кто сам обязательно практик. Потому что ну, мы видим, что российский рынок он тоже динамичный, он меняется. Сейчас он наводняется конкурентами, и ну, возникает конкурентная среда не только в нашей нише, да, она возникает еще и в других нишах. И очень важно быть лучшим, быть номером один в своей индустрии. Если раньше можно было зайти просто в нишу, сделать хоть какой-то там средненький продуктик на коленке, и это работало. Сейчас такое уже ну, работает все хуже и хуже. То есть трафик дорожает, так как ну, много конкурентов становится, и много людей начинают продавать одно и то же. То есть вот как раньше было, ты начинаешь продавать окна, и появляется другой дилер, который тоже продает окна, и вы соревнуетесь по цене. Это вот самое неприятное предпринимательство, это конкуренция по цене. Я его просто терпеть не могу. Поэтому мы, соответственно, внедряем и придумываем разные вещи, чтобы удерживать лидерство и продолжать быть номером один. Поэтому если вы хотите научиться какому-то предмету, конечно, имеет смысл идти и учиться у номера один. И номер один в индустрии сейчас мы. Поэтому приходите, оставляйте заявку, пообщайтесь с консультантом, задайте какие-то дополнительные вопросы, посмотрите наши кейсы. Если вы там ну, чему-то не доверяете, можете списаться с нашим каким-то резидентом, учеником, приезжайте на мероприятие, посмотрите все это вживую. То есть, ну, если есть какое-то недоверие, всегда можно задать вопрос, и всегда можно попросить там менеджера, а там помоги мне там разобраться, там, вот я этому не доверяю, да, то есть дай мне какие-то пруфы. Вам вплоть до того, что могут контакт человека дать, ну или можете там курс у этого человека купить. Поэтому жду вас в акселераторе, обязательно задавайте вопросы консультанту и увидимся с вами на обучающей программе.